Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я расскажу, как просто, легко и быстро приготовить клюквенный морс. Но чтобы он был не только вкусным, но и очень полезным. Давайте приступим. То есть, что нам нужно? Клюква, сахар. Делаем на 3 литра. Запомните простую раскладку. Тут на самом деле вы убедитесь, я вот мерником замерил. Вот здесь вот ровно 3 литра в кастрюле. Смотрите, что мы делаем. Соответственно, запомните раскладку. На литр идет 100 грамм клюквы, 100 грамм сахара. Можете еще для вкуса добавить немножко свежей ежевики. И что мы делаем? Смотрите, вода у нас закипает наша. Вот начинает закипать. Мы немножко отсюда отливаем в другую кастрюлю. Вот так вот нашу водичку. Сюда добавляем нашу клюкву, сахар добавляем, воду, которая закипает, и здесь смотрите, клюкву до однородной массы мы взбиваем блендером просто вот так вот. Итак, мы видим, все вот это мы взбили. Нашу клюкву добавляем сюда же. Вот мы добавили. И самое главное, здесь вот смотрите, образуется пена, вот это все. Пенку можно при желании, конечно, вот пену мы можем снять, немножечко пены. И самое главное, мы все равно это будем процеживать. Ждем, пока вот эта вот кастрюля, только у нас наш морс закипает, мы сразу его выключаем и даем настояться, опускаем полностью, у нас остынет, все впитает в себя. И когда он уже будет холодным, мы вот это все через сито процедим в другую емкость, и морс наш будет готов. Давайте сейчас наш морс закипит. Самое главное, чтобы его не переварить. То есть мы добавили, взбили отдельно. Самое главное его не переварить. Мы взбили отдельно нашу клюкву с небольшим добавлением воды. Добавили сюда сахара. И здесь самое главное, чтобы не потерялись витамины и все полезные свойства. То есть он вот сейчас начинает закипать. Смотрите, закипает, сразу выключаем. Все, чтобы не надо, чтобы он кипел, чтобы никакие полезные свойства у нас не выходили. Я говорю, если хотите, при желании, чтобы морс был еще вкуснее, можно слегка добавить ежевики. Вот, смотрите, мы... Можно снять пенку, но это все будет процеживаться. В принципе, это не страшно. И вот, смотрите, все. Даем нашему морсу остыть. Он полностью остывает. И после этого уже процеживаем в другую емкость, в другую кастрюльку. Итак, морс наш остыл. Мы дали ему остыть. Вот он настоялся. Процеживаем в любую емкость через обычное сито. Вот мы процедили. И вот наш морс готов. Вот так и просто и вкусно, полезно сделать морс. Осталось только охладить и получать удовольствие. Это очень полезный напиток. Как бы, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.